Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» продолжают инспекционные выезды в школы муниципалитета. В фокусе внимания – качество работы в условиях пандемии, наличие средств санитарной безопасности, организация бесплатного горячего питания для учеников, состояние столовых и выплата надбавок классным руководителям. Уже прошли проверку Лесногородская, Ликинская, Маловеземская школы, Голицынская школа номер 2, несколько учебных заведений Звенигорода.